Буквально несколько часов назад с белорусского вокзала столицы отправился поезд «Москва-Берлин-Париж». Это совершенно новый рейс в расписании РЖД. Маршрут поезда проходит по территории 5 государств через десятки городов. Он станет вторым по протяженности трансевропейским маршрутом, по которому курсируют российские поезда. Счастливых обладателей билетов на первый рейс провожал наш корреспондент Кирилл Труфанов. Фигурное катание прямо на перроне, лазерные проекции поездов и достопримечательности трех городов – Москвы, Берлина и Парижа – основных точек нового маршрута на стенах белорусского вокзала. Запуск поезда – настоящий праздник как для пассажиров, так и для руководства РЖД и ее дочернего общества федеральной пассажирской компании, разработавшей этот маршрут. На торжественном митинге перед отправлением первые лица компании, а также французские и немецкие дипломаты. Для нас является чрезвычайно важным, что все планы, которые... Три железные дороги при поддержке наших коллег из Белоруссии, из Польши, реализованы. Очень важно, что все, о чем мы договаривались, мы воплотили в жизнь. После торжественного открытия специальной памятной таблички с названиями городов делегация почетных гостей идет осматривать поезд. Предмет особой гордости железнодорожников – гибкая тарифная сетка, которая позволит воспользоваться услугами компании не только обеспеченным слоям населения, но и тем, чьи доходы скромнее. Этого удалось достичь за счет грамотного использования пространства внутри вагона. Например, купе второго класса вмещает сразу трех пассажиров благодаря системе складных спальных мест. Но и для тех, кто предпочитает комфорт, тоже созданы все условия. В составе поезда 9 вагонов трех классов – первого, второго и люкс. Цена поездки в самых комфортных условиях до Парижа – 1050 евро. За эти деньги пассажир получает отдельное купе, санузел с душевой кабиной, а также телевизор и кресло. На все категории вагонов действует система скидок для разных возрастных групп. Кроме того, проездные документы можно приобрести дешевле на 20%, если в путешествие отправляется не менее 6 человек. Все билеты в этом году до Парижа уже раскуплены. Среди тех счастливчиков, кому удалось приобрести заветный квиток на первый поезд, Олег Фадин. Он профессиональный путешественник и едет во Францию за новыми впечатлениями. Цель путешествия, скажем так, лучше узнать себя, лучше понять себя, так сказать, стать личностью. Когда едешь, общаешься с людьми и видишь окружающий мир лучше, чем коротким путешествием в самолете. В зимнее время поезд будет курсировать 3 раза в неделю, а летом количество рейсов увеличится до 5. Маршрут специально разработан таким образом, чтобы в пути состав находился только одну ночь. Отправляясь из Москвы в 8:51, уже на следующее утро пассажиры будут в Берлине. А вечером того же дня смогут поужинать в одном из многочисленных ресторанчиков на Елисейских полях или посмотреть знаменитый мюзикл «Мулен Руж». От начальной до конечной точки поезд идет всего 38,5 часов.